Туберкулез – одно из древнейших заболеваний, и в народе на Руси его называли чахоткой. Это от того, что человек, который болен, буквально чахнет на глазах. От туберкулеза умерли Белинский, Достоевский, Чехов, Шопен и другие известные люди. И именно сегодня ежегодный Всемирный день борьбы с туберкулезом. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня на ваши вопросы будут отвечать целых два специалиста. У нас в гостях Лада Барышникова, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области и ПФО по детской фтизиатрии, заместитель главного врача Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера, доктор медицинских наук. Добро пожаловать к нам в студию. И Игорь Цыганков, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера. Добрый вечер. Здравствуйте. Как обычно, мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Можете позвонить к нам в студию, получить ответы на свои вопросы. А мы сегодня говорим о туберкулезе. Дорогие доктора, я прочитала информацию, что все-таки заболеваемость и в мире, и в России снижается последние годы. Но если это так, может быть, нам уже перестать с ним бороться и перестать волноваться? Ну, и действительно, заболеваемость снижается, и у нас в Самарской области устойчиво положительная тенденция по снижению заболеваемости, смертности, распространенности туберкулеза. Но это только результат борьбы и соответствующих усилий и здравоохранения, и общества, которое направлено на преодоление, на поддержание позитивных тенденций в эпидемиологии туберкулеза. А бороться, может, уже не будем? Нет. Или продолжим? Конечно, на полпути останавливаться нельзя, и малейшее ослабление тех мероприятий, которые проводятся, обязательно даст свои результаты. Поэтому все, что выполняется, должно выполняться, и мы ожидаем дальнейшего улучшения, дальнейшего снижения заболеваемости. Поэтому о полном искоренении туберкулеза нам думать еще рано. Мы движемся к этому. А вообще это возможно? Всемирная организация здравоохранения поставила перед человечеством такую задачу к 2035 году ликвидировать туберкулез как массовое заболевание и искоренить. Об этом, к сожалению, не может быть речи, но мы видим вот эти тенденции. И, по сути дела, вот те великие люди, которые умерли от туберкулеза, к чему мы начинали, сейчас, когда в 1947 году появился первый противотуберкулезный препарат стрептомицин, огромные возможности появились по лечению этого заболевания. А могли бы вы поподробнее как-то рассказать статистику именно по Самарской области? Я только сейчас нашим зрителям поясню еще, если, может быть, это было непонятно. Игорь Леонтьевич – взрослый доктор, Лада Анатольевна – доктор детский. Поэтому мы сегодня говорим про все население, и про детей, и про взрослых. Так вот, что у нас в Самаре, в Самарской области? Пик заболеваемости туберкулезом пришелся в Самарской области на 2013 год, когда показатель заболеваемости, он измеряется в случаях на 100 тысяч населения, составлял 95,6 случаев на 100 тысяч. А в 2021 году этот показатель 40 случаев на 100 тысяч, то есть снижение более чем в два раза. А смертность от туберкулеза по сравнению вот с 2011 годом, потому что пик был 2011-2013 год, снизилось более чем в 6 раз. Ну, цифры такие ощутимые. Ну, если говорить о детях, тенденции те же самые. Пик заболеваемости был в те же годы, что Игорь Леонидович называл. И до периода, например, 6-7 лет назад у нас ежегодно только в нашей области выявлялось более 100 детей и подростков, больных туберкулезом.
По итогам прошлого года, 2021, это всего 29 человек. Поэтому мы видим явные положительные тенденции. Если говорить о детях, то уже можно считать, что эти случаи превратились в единичные в рамках такой большой области, как у нас. Поэтому, если не полное искоренение, то вот достижение таких низких показателей должно быть. Ну а если вот то, что поставлено Всемирной организацией здравоохранения, там конкретно все это в цифрах обозначено. То есть мы должны к 2035 году снизить заболеваемость на 90%, а смертность на 95%. Вот такие задачи сейчас перед нами стоят. А вы наверняка же изучали этот вопрос. Вот вы сейчас назвали 2014, да, пик, я не ошибаюсь? 11-13. 11-13. А почему именно эти годы? Есть определенная особенность современного туберкулеза. Один из ведущих факторов риска сейчас – это ВИЧ-инфекция. И совместная работа фтизиатров и инфекционистов областного спеццентра, она позволила вот ту негативную тенденцию, которая была, переломить и добиться вот таких изменений позитивных, вот как я уже говорил, снижение заболеваемости, распространенности и смертности. Потому что эта задача, ну как мы говорим, носит междисциплинарный характер. То есть это не только фтизиатры, но это инфекционисты. И сейчас среди удельный вес больных ВИЧ-инфекций, среди больных туберкулезом, он где-то 40%. Поменьше половины, да? Да. Если вы опоздали к началу программы, у нас в студии сегодня Игорь Цыганков, главный врач противотуберкулезного диспансера города Тольятти, и Лада Барышникова, заместитель главного врача Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. С детства где-то вот на подкорочке осталось, что туберкулез – это страшно. Но мы вот сейчас с вами говорим, а давайте будем учитывать, что, может быть, кто-то совершенно не понимает, что это за болезнь, и можно как-то так примитивно объяснить, что это такое. Ну, здесь можно, наверное, пояснить, что, ну, во-первых, это инфекция, это инфекционное заболевание. И то, что это заболевание и что-то связано с этим страшное, наверное, осталось у людей еще вот с тех фильмов, с тех книг, где о туберкулезе говорилось, но это была доантибактериальная, довакцинальная эпоха. И, как правило, от туберкулеза люди чаще всего, конечно, погибали. То есть понятно, что это заболевание протекало тяжело, очень растянуто во времени, но завершалось нередко неблагоприятно. То вот это инфекционное заболевание, с которым человек чаще всего все-таки сталкивается в детском, молодом возрасте, и в дальнейшем вот выполнение всех мероприятий, всех профилактических мер, всех профилактических осмотров, о чем вот мы сегодня будем дальше говорить, оно все-таки дает благоприятные результаты. И, конечно, несомненно, надежда в том, что человек и выздоровеет, если он заболел, и ему удастся предупредить заболевание, что он не заболеет, конечно, на сегодняшний день в этом вероятность очень высокая. И еще хотелось бы дополнить, что у нас есть четкая система мер, это направленных на профилактику туберкулеза, на раннее выявление туберкулеза и лечение туберкулеза. И вот эта вот четкая, продуманная, встроенная система мер позволяет нам сейчас вполне определенно утверждать, что туберкулез перестал быть фатальным заболеванием, он излечим. А давайте вот еще немножко напугаемся. Вирус проникает в организм. Что он поражает и как это ощущает человек? Ну, там не вирус, а микобактерия туберкулеза. Микобактерия. Да. Угу. Чаще всего микобактерии туберкулеза попадают в организм через дыхательные пути. Так. И в 90% случаев, иммунная система организма ставит барьер, и заболевание не развивается. Угу. А в 10% случаев
развивается заболевание, которое может протекать на первых этапах абсолютно бессимптомно, и именно поэтому направлены вот мероприятия по ранним выявлению, это флюорографические осмотры, чтобы выявить начальные этапы заболевания. А если не выявили, никаких осмотров не прошел, но заболел, каким образом почувствует этот человек, что у него заболит? Появляются симптомы, первые симптомы, такие как, ну, на самом деле, не так много реакций у организма, они универсальны. Это общая слабость, температурная реакция, кашель, ну, если поражены какие-то органы, болевой синдром. То есть, в принципе, любые длительные симптомы, не проходящие, не поддающиеся другим методам лечения, должны насторожить и задуматься о какой-то другой же природе заболевания, что это может быть и туберкулез. Игорь Леонтьевич, вы сказали, туберкулез излечим. Почему тогда от него все еще умирают? Сейчас основным моментом, который позволяет нам излечивать туберкулез, является приверженность к лечению. Угу. И о том, что особенности течения туберкулеза заключаются в том, что он протекает медленно. И лечение длительное. Минимальное длительность лечения – это 6 месяцев. А максимальное, будем так говорить, это где-то 2 года. Но угу. часть пациентов, если низкая приверженность, нет понимания того, что препарат нужно принимать противотуберкулезный. То есть человек сам себя, условно говоря, не спасает, да? Ну, по сути дела, он усугубляет ситуацию. И для нас очень важно донести до любого пациента, ну, который заболел туберкулезом, что он необходим выполнять рекомендации и по приему препаратов, и длительность этого лечения соблюдаться. И тогда в подавляющем большинстве случаев мы излечиваем пациента. Опять-таки, где-то в глубинах подсознания лежит воспоминание, что туберкулез – это болезнь людей, которые в местах заключения находятся, людей, которые употребляют наркотики. А кто на самом деле может заболеть? То есть это вот только такая группа риска или нет? Дело в том, что в настоящее время, вот я уже говорил, что основная группа риска это пациенты с ВИЧ-инфекцией. Вот широта профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление, оно сейчас ограничивает распространение туберкулеза. Ограничивает. И в системе Федеральной службы исполнения наказаний там также те лица, которые там находятся, они также получают лечение, как и в гражданском секторе. Ну хорошо, секторе. Тогда сейчас, Лада Анатольевна, тогда сейчас наши зрители послушают и скажут, ага, у меня нет ВИЧ-инфекции, выключат телевизор, мне дальше слушать не о чем, для меня не опасно. Нет, ну на самом деле это, конечно, такой вопрос достаточно емкий, и сейчас при любом заболевании, сейчас медицина, приоритет в медицине профилактика, поэтому прежде всего при любой нозологической единице или заболевании, да, что означает, мы должны оценивать фактор риска, так называемый, и уже видя, что у человека один фактор риска, а если даже несколько, мы предполагаем, что, конечно, нужно усилия сконцентрировать на профилактику именно этого заболевания. При туберкулезе фактор риска можно разделить на 3 таких блока основных. Первый фактор риска – это контакт или эпидемиологический mm-hmm. фактор риска, то есть контакт с больным туберкулезом, может быть, еще и даже заразная форма. Я прошу прощения, Лада Анатольевна, сейчас перебью вас. Давайте mm-hmm. ответим на звонок, чтобы зритель mm-hmm. не ждал, а потом вернемся к факторам риска. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня вот какой вопрос. Ребенку при рождении делают прививку БЦЖ. А следующую прививку БЦЖ когда можно сделать, если до 7 лет у него никогда ни при МАНТУ не было, всегда было отрицательное, вот одним словом скажу. Угу. Да, спасибо за вопрос. Кратность прививок определяется очень строго, это не является каким-то там единоличным решением врача, это осуществляется в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
И в соответствии с нашим национальным календарем вторая прививка, единственная вторая, то есть ревакцинация, да, мы сейчас уже тоже знаем все эти термины, ревакцинация проводится в 6-7 лет, то есть перед поступлением ребенка в школу. И если у ребенка все пробы манту, начиная с рождения и вот до достижения 6-летнего возраста отрицательные, то он как раз подлежит проведению вот этой ревакцинации ПЦЖ. А теперь мы с вами вернемся к факторам риска. Факторам риска. Но мы осветили первый эпидемиологический. Второй фактор риска – это медицинский. Вот почему мы говорим прежде всего о ВИЧ-инфекции? Потому что это наиболее яркий, как бы наиболее понятный, да, пример. Но на самом деле их очень много. Это любые заболевания хронические, ослабляющие иммунную систему. Например, все медики хорошо знают, что дети, больные сахарным диабетом, подлежат обследованию не один раз в год, как все детское население, а два раза в год. То есть это тоже очень серьезный медицинский фактор риска. Потом различные какие-то иммунодефицитные состояния есть совершенно по другой причине, не по причине ВИЧ-инфекции. То есть это все занимает вот эту группу, когда иммунная система не в состоянии справиться, и риск высок что человек заболеет. Ну а уже третий блок факторов риска, это как раз социальный фактор риска. Это очевидно и понятно, что если человек плохо питается, не соблюдает режим работы и отдыха и ведет социально дезадаптированный образ жизни, конечно, риск заболеть любым инфекционным заболеванием, не только туберкулезом, существенно возрастает. А почему вообще социальные болезни называют туберкулез? Вот туберкулез, он относится к двум большим группам. Это заболевания, опасные для окружающих, инфекционные, и социально значимые. Вот известно, чем выше уровень благосостояния общества, тем меньше вот этих заболеваний инфекционных. Вот даже вот если мы посмотрим на такой пример классический, вот, на мой взгляд, это чума в Европе, которая была в средние века. И потом, куда она делась, когда население стало соблюдать гигиену, чума исчезла. Там какие-то отдельные вспышки были, но это уже все другое. И чем выше уровень благосостояния, тем меньше вот этих социальных заболеваний. И поэтому определенным образом туберкулез является маркером благополучия социального в обществе. Я напомню зрителям телефон прямого эфира 202-11-22. Мы сегодня говорим о туберкулезе. Можете еще позвонить к нам в студию. Время есть. Если не лечить туберкулез, я могу предположить, может быть, я ошибаюсь, но вот эти симптомы, температура и прочее, они, может быть, как-то потом пройдут, и человек все, он не лечит его. Что будет дальше? Заболевания прогрессируют неуклонно и могут сформироваться как хроническое течение туберкулеза. Это крайне неблагоприятный вариант течения, который закончится вот теми эпизодами, которые описаны в литературе и показаны в фильмах. И еще один момент. Вот, если человек не лечится, он может умереть в силу того, что туберкулез, как мы говорим, чахотка, да, просто истощение сил. А другой вариант, когда на фоне прогрессирования туберкулеза человек становится источником инфекции и заражает окружающих. Это тоже очень опасно. Поэтому это заболевание опасное для окружающих. Как вы работаете? Вы-то работаете как раз с больными людьми. Как вы защищаете себя? Мы защищаем себя тем, что вот если это инфекционный стационар, да, вот туберкулезный, то ежедневно и два раза в день проводятся уборки, дезинфекция, кварцевание, обработка воздуха с помощью специальной аппаратуры, дезаров так называемых. То есть вот это дезинфекционные мероприятия, они проводятся постоянно. И это существенным образом снижает риск. Плюс средства индивидуальной защиты. То, о чем сейчас население тоже, в общем-то, знакомо. Это тоже важный момент. Средства индивидуальной защиты. Вы сказали, что лечение длительное.
Это означает, что человеку на протяжении минимум 6 месяцев, максимум, там, дай бог, 2 лет, будут постоянно требоваться лекарства, правильно? Сейчас есть такая тенденция, у нас люди очень переживают, что вдруг лекарств не будет. Можете вообще рассказать, как проходит лечение? Ну, мы, вот дело в том, что все препараты противотуберкулезные, антибактериальные, которые мы используем для лечения больных туберкулезом, они производятся в нашей стране. То есть, соответственно, вот эти риски, которые там можно предположить из-за санкций и так далее, они здесь исключены. Это первое. Второе. Ежегодно проводятся расчеты и формируется заявка на потребность в противотуберкулезных и антибактериальных препаратах. Вот такая заявка была в ноябре 2021 года сформирована и направлена в Федеральный Минздрав. И уже по части позиции стояли торги, и лекарства начнут поступать. То есть вы не опасаетесь, нет, что нечем будет? Да, и потом, вопросе, понимаете, у нас же все лекарства, которые получает наш пациент, это все лекарства бесплатные. И мало того, вот еще надо сказать, Антон, да, это не только в стационаре лечение, но это санаторное лечение. Это лечение в дневном стационаре. Это амбулаторное лечение. Ну, то есть это многоэтапный длительный процесс. При соблюдении вот этого всего процесса полностью как раз достигается положительный результат, который хотелось бы увидеть врачу. Ровно так же проходит лечение детей или там что-то как-то по-другому? Препараты противотуберкулезные те же самые, кроме возрастных ограничений, которые, ну, общеприняты, есть разные лекарственные препараты, в соответствии с инструкцией есть ограничения в применении в младшем возрасте. В общем-то, но это тоже длительный процесс, ничем практически не отличается от лечения взрослых, ну, кроме того, что дети вынуждены долго находиться в стационаре, и они должны, им должно быть обеспечено право на образование, поэтому дети параллельно учатся, параллельно развиваются, обучаются по программам и дошкольного образования. То есть это такой не только лечебный, а и воспитательный процесс, педагогический. То есть ребенок ведется по всем вот этим жизненным. Если ребенок маленький, например, он заболел в возрасте до года, бывает у нас пациенты несколько месяцев в возрасте, то пока пройдет год или полтора, он, находясь в стационаре, начинает разговаривать, начинает ходить. То есть это идет... Растет нормальное полноценное развитие ребенка параллельно с его лечением. Это тоже очень важный аспект, который необходимо обеспечивать вот тем маленьким пациентам, которые, к сожалению, заболели и вынуждены вот лечиться в условиях стационара. А вот сейчас зрительница звонила, спрашивала вас про прививку. И если я не ошибаюсь, то впервые вакцина БЦЖ была введена ребенку в 1921 году, да? И кажется, через 3 года только официально объявили, что она безопасна. Вообще, по поводу прививок же мы всегда сомневаемся, переживаем. Что вы скажете на эту тему? Ну, вообще, подход к детям и к внедрению различных новых методов в отношении детского населения, он очень-очень осторожный и аккуратный. То есть нужно прежде всего убедиться в безопасности предлагаемого средства, в отсутствии, ну, или в минимальном количестве побочных каких-то реакций, которые, в принципе, запрограммированы при любом медицинском вмешательстве. И только после этого данное вмешательство принимается в широкую клиническую практику. Поэтому в нашей стране вакцинация детей широко была внедрена как массовая где-то уже к середине вот прошлого века, это были 40-е, 50-е годы. И здесь очень ярко мы увидели, медицинские работники очень хорошо это знают, эфтизиатры это знают, как преобразился детский туберкулез. Он весь лечится, делится на туберкулез в довакцинальный период и в послевакцинальный период. Ну, чтобы было совсем понятно, очень ярко и красочно описано случай детского туберкулеза в книге Короленко «Дети подземелья». То есть вот как раз та девочка, которая в итоге погибла, к которой ходил герой в гости
она умерла от туберкулезного менингита. То есть это растянутые во времени периоды улучшения, сменялись периоды ухудшения. Казалось бы, ребенок, в принципе, он и кушает, и разговаривает, ведет такой нормальный образ жизни, но при этом он постепенно становился ей все хуже и хуже, и в итоге девочка умерла. Вот так протекал детский туберкулез до прививки. То есть если это был ребенок младше 3-летнего возраста, то надежды на то, что он просто выздоровеет, не было. Дети просто погибали. Сейчас в результате внедрения вот этой прививки БЦЖ детский туберкулез превратился в так называемый туберкулез малых форм. То есть это абсолютно благоприятный прогноз, абсолютно благоприятное клиническое излечение, и ребенок ведет весь дальнейший свой жизненный путь, совершенно не отличаясь от других членов общества. Возвращаясь к взрослым, вы сказали, что туберкулез точно излечим. Это очень оптимистичное заявление, здорово. Но, тем не менее, мне кажется, что человек, узнав о таком своем заболевании, наверное, у него будет стресс, паника, может быть. Как вести себя правильно и туда не уйти в лишние переживания? Да, действительно, туберкулез, который требует длительного лечения, это заболевание, которое влияет на судьбу человека, она может изменить ее. И поэтому диагноз туберкулеза, он всегда тяжело переживается пациентами, и здесь нужно знать особенности, как правильно реагировать и что будет. Потому что когда человек знает, что будет, ему уже от этого легче. А будет вот что. На первом этапе может быть даже отрицание. То есть это что-то не то, это не со мной, такое не может быть. На втором этапе может наступить агрессия, когда кто виноват, поиск источника, так сказать, вины. А третья стадия – это торг, когда человек соглашается, но говорит, вот я вот да, но только вот это. А третья стадия, четвертая стадия – это депрессивные какие-то, подавленность и, наконец, принятие. И вот если пациент, у которого выявлен диагноз туберкулеза, и он понимает, что это закономерность определенная психологическая, ну, таковы реакции, то тогда не будет застревания на стадии отрицания агрессии. Ну, я, если правильно понимаю, то главное все-таки следовать рекомендациям врача и ни в коем случае не бросать. Главное быть в контакте, конечно, с медицинскими работниками, все интересующие вопросы задавать, не бояться их задать. Диалог всегда сложится, потому что врач нацелен на благополучный исход, ответит на любые вопросы. И главное не оставаться один на один, а выходить на контакт и оставаться вот в, как сейчас говорят, в комплансе с медицинскими работниками. А какой ваш главный профилактический совет? Все-таки как-то уберечься же можно, наверное, чтобы не заболеть? Ну, в первую очередь, это флюорографические осмотры профилактические. Вот мы, как врач-фтизиатр, мы проходим, фактор риска все-таки присутствует, мы проходим обследование раз в полгода. А так рядовому здоровому человеку? А рядовому человеку нужно ежегодно проходить флюорографические осмотры, это раз. Второе, вот мне кажется, что сейчас Лада Анатольевна скажет насчет иммунодиагностики, да, это очень важно. Очень важно, мы сейчас не видим тяжелых, смертельно опасных форм туберкулеза у детей, только лишь благодаря этому. Вот, Лада Анатольевна, да, у нас причем осталось совсем чуть-чуть, минута, поэтому да, кстати, это важно, сейчас нередко задают данный вопрос, то есть если флюорографией мы выявляем заболевание или не заболел человек, то у детей профилактические осмотры более такие бережные, более профилактические. Иммунодиагностика показывает, что инфекция попала, но ребенок еще здоров. И как раз в этот момент вот эти все меры профилактики, они самые-самые эффективные. Отлично. Ну, отлично в том смысле, что вот вы как-то воодушевили, мне кажется, сейчас такой информации, что мы часто здесь говорим о каких-то заболеваниях и говорим, что заболевание неизлечимо, но можно с ним жить, как-то себя поддерживать. А здесь вот все. Да. То есть продолжаем бороться с туберкулезом и искореняем его к 35-му году. Да? Да, стараемся очень. Да. Благодарю вас за участие в программе. Прощаемся с нашими зрителями. Увидимся с вами ровно через неделю. До свидания.